Так, друзья, дорогие подписчики, зрители канала, хочу рассказать про ТУЗ-8. Ну, что хочу? Хочу вот эту ложу все почистить шкуркой. И, может, придется даже болгаркой, не знаю. Особенно вот это не нравится вот здесь. Вот здесь я пытался чуть-чуть, вроде получается. Хочу ложу почистить все и покрыть льняным маслом. Вот такой взял в аптеке льняное масло. Пару слоев. Ну, кто-то говорит нормально, кто-то плохо, не высыхает там. Не знаю, как получится. И в дальнейшем хочу другой прицел поставить, поменьше. Здесь у меня 4 на 16, 42. Хочу поменьше, где-нибудь 3 на 9. И пониже его поставить. Чтобы пониже был. Сюда щеку хочу сделать. Какую-нибудь самодельную или с Алиплекса куплю. Такие там продаются, одевайся. И отдать на воронение. Хочу, чтобы он прям черный был, блестел, чтобы все такое. И сделает отстрел. Ну, думаю, весной у меня в апреле отпуск. Поеду к себе в деревню. И попробую стрелять на 100, чтобы кучность хорошая была. А то у меня видео есть там плохие. То я буран снимаю, то снег там. И получается, стрельбища нет у нас здесь в Уфе. Поэтому поеду в деревню. Постреляю на 50, на 100, 150, 200, 250. Ну и на 300 попробую. Потому что в Ютубе много видео, которые на 300 стреляют. Ну, в дальнейшем все если сделаю. Может, когда-нибудь куплю еще ночной прицел. Так что подписывайтесь, смотрите. Будет много видео.